Век интернета в ногу со временем. Услуги Почты России стали удобны и доступны. В почтовых отделениях доступен широкий спектр услуг. В условиях пандемии клиенту могут доставить посылку даже на дом. О том, какие изменения произошли в работе почтовой связи, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Почта России предоставляет различный спектр услуг для граждан. С помощью мобильных почтовых терминалов можно оплатить коммунальные услуги, штрафы и госпошлины. Руководство управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии отмечает, что с развитием интернета каждый клиент может легко и доступно получить ту или иную услугу. Когда уже непосредственно при получении посылки или при получении каких-нибудь, уже человек, уже клиент, да, уже у себя дома может в интернет нашем портале, почта Russian Post, зайти и сам уже полностью оформить себе и уже прийти в отделение связи уже с готовым. Он не будет стоять ни в очереди, ничего. Он просто QR-код покажет, и уже наш оператор сразу выдает им посылку. В условиях пандемии коронавируса очень востребованными стали услуги Почты России на дому. Теперь каждый житель республики может отправить посылку или письмо, не выходя из дома. То есть эта услуга не такая уж дорогая. Вот любой клиент, какую посылку отправить, или же посылку принять, или же он может пригласить почтальона, и на дому все это оформить, и все это будет выдаваться. То есть почтальон приносит все вот эти посылки на дом. У нас почтальоны, как выдачей посылок, точно так же они и продажей товаров могут заниматься. То есть они на дому могут прямо в онлайн-режиме квитанцию выдать. Также клиенты могут воспользоваться специальной камерой хранения посылок и в удобное для себя время, не ожидая очереди, забрать свою посылку. Еще появилась услуга «Страховка дома». Посетители дают высокую оценку работе отделений почтовой связи. Я считаю, что городу Черкесску нужна наша почта, и я полностью удовлетворен сотрудниками и нашим отделением, потому что здесь быстро, надежно и просто легко получать свои посылки. Очень даже удобно пользоваться Почтой России. Очень даже внимательные девочки, хорошие. Вот, и в любое время к ним можно подойти, и если даже кто-то что-то не понимает, они могут объяснить, подсказать, помочь. Все этими услугами почты жители республики пользуются достаточно активно, что позволяет многим сэкономить свое драгоценное время. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.